страх. Конан врагов повергнет в прах. Все земли и моря ты обошел не зря. Близка победы заря. Конан – самый могущественный воин из всех когда-либо живших на Земле. Его цель – разрушить заклятие, превратившее его семью в каменные изваяния. Он должен избавить мир от злобного Сета, навсегда отправив его в другое измерение. Для этого ему придется сразиться с предводителем змеиной армии Сета, жестоким Ратамоном. Конан, смелей гляди вперед! Конан, тебя судьба ведет! Все земли и моря ты обошел не зря. Встает победы заря. Приключения Конана Варвара. Полночные цветы. Пусть эта ночь будет последней, когда вам понадобится воспользоваться своими волчьими чувствами. Легенды нас не обманули. Они чуют Ликантрос. Он здесь. Мы найдем его, и проклятие будет снято. Сегодня будет особенная ночь. Раз в столетие Ликантрос выпускает этот удивительный цветок. И как только он появится в свете полной луны, я заполучу его. Тогда ничто не помешает мне создать легионы оборотней. Да, сегодня ночью свершится великое таинство черной магии. Шефту, где ты? Мои глубочайшие извинения, госпожа. Солнце только что село. Мне нужна твоя помощь, чтобы растолочь шипы Ликантроса. Сегодня полнолуние. Наконец-то я смогу получить последний ингредиент – цветы Ликантроса. Саша и не Миша. Поспешим. Стражник! Да, госпожа. Приведи ко мне ночную звезду. Как прикажете. Не хочет меня слушаться. Клянусь Сетом, никогда не следует посылать оборотня, чтобы он сделал женскую работу. Всегда терпеть не мог летучих мышей. А, вот и ты, Ликантрос. Кровью колдуньи и светом луны я призываю вашу магию и прошу о милости. Дайте мне ваши цветки, а я отдам вам свое сердце, наполненное кровью. Получилось. Они распустились.
мисс Мира. Мы пришли, чтобы забрать эти цветки. Они снимут проклятие, которое ты наложила на Сашу и Мишу. Мне они тоже нужны, чтобы создать новых оборотней. Не сопротивляйся, мисс Мира. Отдай Грей Вулфу цветы. Гром! Фулмина Иктус! Нет! Не пораньте моего малыша! Грей Вулф! Она не должна уйти. Вам не удастся остановить меня, мерзкие твари. Клянусь кромом. Это был лишь очередной мираж мисс Миры. Но я все еще вижу ее. На этот раз она не уйдет от нас. Мисс Мира, ты вернулась. Мне наплевать, что вы будете делать, но проследите, чтобы эти грабители не забрались в мой замок. Да, мисс Мира. Если оборотням не удастся задержать их, мое зеркало сделает это. Идем, шеф Ту. Мы должны закончить работу. Цветки потеряют свою силу, если я не позабочусь о них до рассвета. Похоже, там всего двое охранников. Если мы нападем открыто, они позовут мисс Миру. Саша, Миша! Смотри, волки! Убирайтесь отсюда! Ну, погодите, сейчас я запущу в вас свои когти! Они сделали свое дело. Теперь очередь за нами. Уж слишком просто. С мисс Мирой не может быть просто. Мы должны быть готовы к худшему. Что происходит? Что происходит? Что? Тихо. Мы не хотим, чтобы мисс Мира услышала нас. Мисс Мира? Это плохо. Смотрите. Это всего лишь зеркало. Поднимемся наверх. Зеркало? В нем можно увидеть симпатичную физиономию Нидла. Помогите! Помогите! Клянусь кромом! Они живые! Ой! Мьюра Оерк! Ой! 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 Отстань от меня, проклятый уродец! Я уничтожу тебя, колдун! Ты бессилен против меня! Клянусь, Кром, я научу тебя хорошим манерам. Конан! Как такое возможно?
Сразись со мной, мой коварный близнец! С удовольствием! Теперь ты мой! А теперь последний трюк. Сути Имлу. И окончательный приговор. Сура Ицакав Мьюра Отим. Он забирает воздух, Конан! Воздуха почти не осталось, скоро все кончится! Варвар будет ползать, как червяк. А плохой феникс — червяк. Сдавайся, мой жалкий братец. Никогда. Никогда. Ой! Их больше нет. Саша, Миша, вы в порядке? А теперь надо найти мисс Миру и цветы. Смотри внимательно, Шефту. Нужна всего лишь одна капля. Отлично. Теперь цветок будет оставаться свежим в течение многих десятилетий. Ликантрос цветет лишь раз в 100 лет, поэтому его цветки являются такими редкими. Надеюсь, мы не опоздали. Это еще что такое? Неужели я никогда не избавлюсь от вас? Шефту, останови их! И я хочу получить звездный металл! Как прикажете, госпожа. С дороги, стигийский пес! Нет, варвар, я не пес. А кровопийца с большими и острыми зубами! Кровопийца! И чего он не любит? Солнечного света и чеснока. Спасибо, ты мне очень помог. Берегись! Меч на него не действует! Мьюта орум, вакашти орус инверта! Крео орум! Крео орум! Колдунья уходит! Нет! А!
Мьюта орум ексипио! Мисс Мира! Отдай мне цветы! Тебе нужно лишь два цветка. Если я дам их тебе, ты отпустишь меня? Ради Саши и Миши, да! Отлично! Тогда лови! Саванти! Конан, я заключил сделку с мисс Мирой. Ее свобода стоила два цветка. Саванти! Нет! Опять ее проклятые миражи! Я был обманут! А? Добрый колдун может успокоиться! Злая колдунья забыла один цветок! Но он только один! Саша, Миша, это вам решать! Цветок может вернуть человеческий облик лишь одному из вас. Но если до рассвета не сохранить цветок, его магическая сила исчезнет. Грейвулф, Саша и Миша не настоящие оборотни. Может быть, одного цветка будет достаточно? Отойдите назад. Саша, Миша, вы снова люди. Брат наш, тебе удалось. Да, Грейвулф, наш отец мог бы гордиться тобой. Ты никогда не сдаешься. Молодец. Конан, мы благодарим и тебя. Ты хороший друг. Вы тоже мои друзья. Но мне не нравится, что у мисс Мира осталось такое сильное средство. Мы позаботимся о том, чтобы она не смогла воспользоваться им. Идемте на воздух. Заслужил первый удар, братишка. Действуй. Фулмине Иктус. Впечатляет. Аликвид Ардет. Как хорошо, что мы снова можем творить нашу магию вместе. Да. Нет! Нет! Мне очень жаль, Грейвулф. Добрый колдун, не додумает, что цветок сотворил новые заклинания. Да? Что ты имеешь в виду? Цветок появляется только в полнолуние. Возможно, волки-колдуны тоже смогут менять свой облик при полной луне. Если это так, то я смогу поговорить с вами во время следующего полнолуния. Еще один цветок ликантроса сможет полностью вернуть им человеческий облик. Надо продолжать поиски.